Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру по названием Зупа, и сегодня будем продолжать играть за крабика Эрла. У нас, правда, сейчас игра немножко вылетает с соединением с сервером, какие-то у них там проблемы. Поэтому не знаю, как будет весело, не весело, но надеюсь, мы сможем реализовать крабика. Хотя на таком рейтинге, если вылетит, то это проблема будет, но надеюсь, этого не случится. Сборочку, наверное, оставим такую же, потому что железная дорога, рейтинг уже повыше, наверное, дефибриллятор, он все равно будет полезен. Мне кажется, другие приметы такой себе по пользе. Вот были бы феромоны или были бы... Ну, это ладно, не очень. Феромон или, возможно, турборакеты я бы тоже взял. Но, скорее всего, феромоны я бы взял, было бы полезно. Ладно, в любом случае, берем крабика и отправляемся в командные бои на железную дорогу. Поразваливаем. В соло-боях я, кстати, бы взял вместо дефибриллятора самый дефибриллятор, потому что это лучший предмет для соло-боев, который должен быть у всех, ребятки. Даже 5 уровня он должен быть. Запомнить эту важную суть. Вот может у вас даже не быть укол адреналина, но должен быть самый дефибриллятор, потому что это такая мощь, что вам даже не снилось. Он очень многое позволяет. У меня, кстати, было вот, к примеру, просто приведу пример. Замес был, да, такой интересный достаточно. Замес был у меня вот здесь. Вот. Я тогда ивент проходил за Фламинго Мило. Против меня было 2 18 уровня. Ну, прям жестко. Я был 17-м фламингосиком. И что там было такое интересное, что повлияло, да? Офигеть, где пчела, смотрите. Так вот, что там было? Там было 2 противника. Опять же, 18 уровня. Они были жесткие. У них были бобы молотого, кассетки. В общем, была жесть. Я дрался на одном месте. Было очень тяжело. Очень тяжело было. И что мне там позволило победить? Самый дефибриллятор. То есть я умер, потом воскрес и дожал их. При этом я им, конечно, очень много урона нанес. Ой, как не лагает-то, а? Как не лагает-то, а? Генри нельзя отпускать. Вообще лучше бы никого не отпускать, но что есть, то есть. Меня сейчас убьют, скорее всего, да? Да, убили. Эх, а меня не спасут, скорее всего. Ну, это моя ошибка. Моя ошибка, залетела я что-то. Думал, залечу получше. Но, к сожалению, мой сквад, который стоит просто сверху. Понимаете, там не было противника. Там уже никого сверху вот здесь вот не было. Никого. Никого там не было. Вопрос, что они все это время делали, пока я был, дрался и все остальное. Как вы думаете? Правильно, они делали инструменты и сандали святого, ребятки. Сандали святого. Больные животные. Да, это моя ошибка, что я ворвался. Ну, понимаете, когда вы видите сквад союзный сверху, в метре от вас, когда вы видите, что эти гении, ну, то, что противника сквад больше нету, ну, там никого не было сверху. То есть, и мы прибежали, добили парочку убегающих, да, и все. Больше сверху никого не было. То есть, оставался только этот сквад, который в кустах, полудобитый, в который я ворвался, чтобы победить. Я притянул Лизи, начал ее убивать, убил. Но вы видели, что произошло? Мой сквад все это время такие: как сложно кнопки на экране нажать. Где эти кнопки? Сложно. Это что, противники? Нет, мы их не видим. В метре постоим, давайте посмотрим, как краб умрет. Ну, там было 2 минуты, наверное, вот этого замеса, после как мы убили вот здесь вот сверху двух противников, которые сбегали. Реально там было 2 минуты замеса. Можно было спокойно реализовываться. Ну, как они добили? Ну, моя бицуха, как всегда. Можно было спокойно реализоваться и просто изи получить преимущество. Но по итогу что мы видим? Больные животные, больные животные. Вот что мы видим. Вон, кофе, видите, да, 17 уровень интеллект. Интеллект кофе называется. Ну, в этот раз я хотя бы бицуху залутал. А то Никс пытался меня отжать, но у него не получилось. Пчела, бедняга, лагает. Сочувствую пчеле. Сильно сочувствую. О, какие же ворота, какие же ворота. Опять заметьте, смотрите, просто стоят. Просто пчела стоит. Просто стоит лаганная фигня бесполезная. Блин, думал хукну, притяну, не получилось. Хотел на автоатаке хукнуть. Вот видите, краб сразу запритянул. Блин, пингвина не получается добить. Бесит, напрягает. А они сразу спасли бака. Ну, к счастью, там... А, там другой сквад, понимаю. Блин, ну, два бака подряд, две притяжки подряд кинули. Ну что за дичь? Ай, бесшансовая дичь, скорее всего. Скорее всего, да. С этим сквадом у меня точно шансов нету. Тут просто люди кнопку нажать не могут.
Да, кнопка, что-то сложное, невероятное. Два боя подряд, если что, ребятки. Люди кнопку нажать не могут. За меня играющий. Как вам, а? Нет, конечно, не в новинку, но все равно странно. Да, все-таки вот, знаете, крабик, он не может вытащить соло-сквады, поэтому сложно на нем тащить бои соло. Ты просто врываешься, начинаешь вносить урон, у тебя урон заканчивается, половина из этого урона еще промахивается, они друг друга воскрешают, и... а ты все равно один стоишь, просто твой склад. Что такое кнопки, где их найти, да? Вопросы они там задают куда-то в неведомые пустоты космоса, да, наверное, туда. Куда-то эти вопросы уходят. Ну, потому что мыслей других у меня нету. Просто стоит 20 уровень. Отдыхает. У нас все хорошо, мы отдыхаем, да? Даже если бы он вышел с игры, за него бы поиграл бот, это было бы лучше, чем то, что мы имеем здесь, но, к сожалению, что мы имеем, то имеем. Попробуй сейчас Каулу словить, притянуть. Это единственный мой шанс как-то что-то сделать. Лев пошел врываться. Шикарно. Просто шикарно получилось. Правда, кривовато, но шикарно. Ну, конечно же, там пришли, спасли. У меня, конечно же, панелька зависла. Совпадение, ребятки, что у меня зависает панелька? Я думаю, что совпадение. Накажем касатку. Они друг друга спасают в очередной раз, да? А, как аптечки почти закончились. Не знаю, как вообще драться дальше. Все, и летит мимо. Еще сквад, еще один пришел. Мда. Ну, видели, да, сколько всего я сделал? Убил соло-касатку. Потом еще почти кого-то убил. Еще почти кого-то убил. Они друг друга повоскрешали, у них нормально. Мой сквад в этот момент. Я видел, что Лев с кем-то дрался сверху, да? Он чуть-чуть подрался. Ну, а остальные где? Акулфин 20-й. Где мой был? Где он был? Что он делал? Вы видели его? Я не видел. Вообще ни разу не видел. Жесть. Три боя. Идем дальше. Продвижение по рейтингу, ну, такое, да. Интересное. Жесть, у меня просто слов нет, ребят. Просто нет слов. Какие же плохие игроки выиграют в игру? Ужас. Вот вроде бы, знаете, ну это же просто кнопку взять и нажать. Просто кнопку, ну... Блин, не взялся. Просто взять и нажать кнопку. Вот почему этот 8 уровень попадает ко мне на 1500? Почему? Почему 15 Лиззи попала ко мне, даже не имея 2К рейтинга? Ой, 1200 рейтинга даже не имеет. Почему у противников там... Ладно. Ну, просто смотрится обидно очень. То, что они не играть не умеют. Это прекрасно понимаю, что нет разницы, что у тебя там игрок какой-нибудь, не знаю. С одним рейтингом или с другим. Ну, хоть кого-то я смог добить. Краба, зацените, дважды притянул, дважды убил. И меня сейчас аннигилируют. Ну, вот видите, о чем я говорю, да? Ты делаешь больше, чем может твой персонаж. Но твоя команда не делает ничего. То есть я дважды соло бил краба. Никто мне даже не помог чуть-чуть. Чуть-чуть не могли бы помочь. Ну, вот тут 20-й баг, конечно, это было слишком сильно. Ну, вот видите, да? Возможно, он старается играть, я не спорю. Возможно, он старается. Но 1376 рейтинга. Это мой баг, 1200. Ну и как бы все. Очень обидно. Очень обидно. Это 4-й бой, ребят. Подвигаемся по рейтингу, правда, вниз падаем, да? Как бы я ни старался. Я же говорю, вот краб, он не может. Он не может тащить соло бои. Скорее всего, мы, наверное, в будущем будем еще больше сливать рейтинга. Если честно, я бы остановился, наверное, сейчас. Но, наверное, это видео выйдет, получается, в субботу, которое вот сейчас я записываю. Наверное, в субботу спешу последнее видео, выйдет точнее. То есть на один день меньше проведем в этом прекрасном, кстати, рандоме с за краба. Потому что душиться под конец второй недели, это, ну, вы верите, невыносимо. Здесь под конец второй недели в основном играют адекватные игроки в сквадах. То есть в соло-боях, ну... Точнее, с соло-командами я не вытащу ничего. Потому что, ну, игроки, ну... Ну, блин, ну это... Это печально. Это печально, под другого нечего сказать. Вот видите, моя команда отступила, когда другой противник, он просто взял и развалил. Они просто взяли, залетели в наш сквад. Залетели в наш сквад, наносит урон. Моя команда вообще урон не наносит. То есть, видите, я уже дважды притянул касатку. Видели хоть часть урона от моей команды? Нет. И я не видел. Знаете почему? Потому что его нет. Потому что его нету, и все. И как бы это конец. Дробовика до сих пор у меня нету. Опять же, из-за этого очень сильно отстаем по урону. Не попадая в друга с нашего последнего. Меня, скорее всего, сейчас аннигилируют за счет этого.
Они просто впритык стоят, ничего не делают. Я офигеваю с этого, я просто с этого офигеваю. Блин, думал, я успею хукнуть. Но что-то не успевается, что-то не успевается. Ладно, давайте захилимся. Хотел перетянуть альпаку на отходение. Отходение. На отхождение, да? Далеко собрался, друг. Все, попался, да? Конечно, стреляем в никуда. Конечно же, это тактика максимальная. Это, кстати, альпака был уже один. То есть его не было уже никаких друзей, но он был один. При этом он в меня врывался. Ну, кстати, у нас есть тут шансы на победу. Небольшие, но есть. Одного притянул, другого врываемся. Ну, слушайте, у меня сейчас хотя бы немножко, ну, команда помогает. Немножечко. Плюс этой помощи хватает, по крайней мере, сейчас. Видите, вот очень сложно играть за краба в плане того, когда ты остаешься, ну, как бы нет возможности притягивать. То есть тебе противники держат дистанцию. Вон, видите, сразу убегать. Притянул и сразу сбежал. Ну вот, животное тупое. Тупое животное, по-другому я сказать не могу. Бросил свой склад. Как вы думаете, зачем он это делает? Зачем он это делает? Зачем он убегает, возвращается, убегает, возвращается? То есть ты мог сделать больше. В разы больше, если бы не стоял, ни фигней не страдал. Он фигней страдал. То есть я впитывал весь урон в себя, очень много... Ну блин, не попал. Очень много старался взять на себя, да, отыграть еще большую роль. Чтобы моя команда дольше прожила, чтобы больше нанесли урона. Потому что я прекрасно понимаю, что очень редко адекватные игроки попадаются. И нужно давать им больше возможностей наносить урон, выживать и все остальное. И брать на себя больше всего. Это очень важно делать. Я старался это сделать. Ну, чтобы так было, да, для своей команды. А краб что? У него там бегают 15 джейд в команде. Нет, чтобы вместе с этими джейд просто бегать и влиять на бой. Нет, зачем? Он этого делать не будет. Он взял и просто стоял с бочка. С бочка он стоял. Там у него сандали святого интеллектуальные, опять же, да, очередные. Он стоял с бочка, там один раз притянул там за весь бой, да. Фу, полезный. Когда все его союзники были мертвы, когда вся команда уже лежала мертвая. Ну, мне нечего сказать, ребятки. Вот видите, да, кто-то старается, а кто-то краб с сандалями святого. Не осуждаю особо сандали святого. Есть, опять же, система игры на краба. Но, опять же, ребятки, чтобы играть на крабе с сандалями святого, это нужна команда, которая будет знать, что вы играете с сандалями святого. Которая будет играть под вас, да, под то, что вы будете выхукивать на воду и на воде аннигилировать. То есть под это должны играть еще остальная команда. То есть должны быть еще сандали святого у кого-то. Под это должны быть определенные там персонажи, которые будут способствовать этому типу геймплея. Ну, то есть, понимаете, да? Не все просто так это делается в игре, и не, как бы, не все это просто так реализуется. Тот же краб сандали святого, тот же слон сандали святого. Это рабочие схемы, но для адекватных игроков. А рандомщики, они что, они берут, увидели, берут. О, круто, типа, сейчас мы зарешаем, по итогу у них бой проигран, потому что они бегают от сандали святого и нифига не делают. Вот так вот, ребятки, да. Печально звучит, но так есть. Ну что же, одна победа из 4 боев из 5. Рейтинг в минусах. Ну, не особо, конечно. Восстановили чуть-чуть, да. Ну, видите, да? Просто противники были в разы сильнее. Последний сквад, нам повезло, что мы как-то победили. Честно говоря, не рассчитывал. Но игроки очень слабые, очень глупые. Ну, словами не передать. Ну, хотя вы все сами видите. Я, конечно, тут говорю, что они тупые. Ну, а что, ребятки, это что, оскорбление? Нет, это не оскорбление, это факт. Квад, который не избежать, к сожалению. Ну, они просто что? В метре стоят от тебя. Видят сквад противника, но ничего не делают. Что они в этот момент делают? Мне, честно говоря, интересно. Если бы у нас была, знаете, как в CSGO, как в Dota, можно посмотреть матч после того, как ты его сыграл, да, условно, каточку, так сказать, посмотреть. Если бы в Зубе была такая же, опять же, доступность, ну, все-таки не компьютерная игра, вы понимаете, да? То было бы очень круто взглянуть на, так сказать, реплей своего боя, посмотреть свободной камерой, что же делала в этот момент твоя команда. Чем же они были заняты таким невероятным? Чтобы понять, все-таки они были что-то... Ну, что-то делали хорошее, адекватное, или просто... Хотя... Если не умерли, ребятки, да, после вашей смерти, тут как бы вопросы сложно задавать, да, я думаю? Как бы смысла нету. Если не выжили после вашей смерти, убили сквад противников, тут уже другие моменты, то значит, они что-то делали полезное. Ну, а значит, первый вариант все-таки был. Все-таки они гении. Поэтому будем на этом заканчивать. Не болейте, не скучайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Скорее всего, это будет предпоследнее видео. Не хочу еще лишний душиться. Не думаю, этого не стоит. Вот так вот. Воскресенье выйдет последнее видео по крабу. Ну, а с понедельника, точнее, со вторника, наверное. Чтобы... Ну да, со вторника мы начнем со слона.
душить этот рандом, чтобы вот такие вот ситуации, когда против тебя 20-й сквад, чтобы я их мог унижать. Унижать, будем говорить прямо, да? Брать, притягивать, феромонить и аннигилировать соло. Впитывать весь урон в себя. Хотя как крабом я тоже старался впитывать весь урон в себя, но этого немножко не хватало, потому что нет у него столько урона, чтобы развалить сквад соло. Нету. Нету, бедный краб так не может сделать. Но слон может, поэтому будем играть за слона. Все, не болейте, не скучайте, ставьте лайки, подписывайтесь, ребятки, и всем пока-пока.